Жители дома номер 16 по Ленинградской улице говорят, что эту зиму пережили с трудом. Причина – постоянной протечки крыши. Дому более 50 лет, и в нем никогда не было капитального ремонта. В сильные снегопады и дожди кровля не выдержала, и квартира затопила до первого этажа. Жители забили тревогу. В январе 2017 года произошла просто аварийная. Над квартирами 50, 59 и 60 данного дома кровля поднялась. Образовалась щель, через которую свободно проходят голуби. Вот. Вывод стропила ползут, они сползают, кровлю не держат. То есть существует высокий риск обрушения кровли над данными квартирами. Жильцы несколько раз обращались в администрацию. Глава округа Дмитрий Волошин отправился во двор аварийного дома, чтобы лично убедиться в аварийности дома и выслушать химчан. Пока у кого это произошло, это отремонтирует ДЭС, ремонтирует в течение одного месяца. Отправляйте на дефектовку. Комиссия также прошлась по двору и осмотрела подъезды. Жители пожаловались на затопленные подвалы. Все это сейчас налаживаем, поэтому дом восстанавливаем, потому что здесь... Ну, скажем так, делалось некачественно. Уборку вот мы наладили, она все равно производится. А какие-то вот сложные работы, как вот они жалуются, что там в подвале течет или что-то, но займет немножко подольше времени. Кровлю отремонтируют в ближайшее время. Помимо этого, двор попал в программу благоустройства, и обновленную территорию жители увидят уже этим летом.